человеком. Inimesed ei saanud ka omavahel hästi läbi. Люди также не могли справиться друг с другом. Kas sinul on hea olla, kui sa oled oma parima sõbraga riius? Как тебе кажется, тебе хорошо, если ты находишься в ссоре со своим лучшим другом? Egoist. Я думаю, нет. Jumal tahtis anda ka inimesele uue võimaluse. Бог хотел дать человеку также новую возможность. Et temaga uuesti sõbraks saada. Чтобы снова с ним подружиться. Ja selleks ta saatis oma poja Jeesuse. И для этого он послал своего сына Иисуса. Jeesus pidi tulema ja päästma inimesed patust. Иисус должен был прийти и спасти людей от этого греха. Патуд on need halvad asjad, mida me teeme. Грехи – это те плохие поступки и дела, которые мы делаем. Nagu näiteks valetamine või varastamine või isekus või sõnakuulmatus. Например, кража, воровство, непослушание, гордость. Пат on see, kui me teeme midagi halba. Грех – это то, когда мы делаем что-то плохое. Ja mis on salata, eks me kõik teeme millalgi ka halba. И нечего скрывать, мы все когда-нибудь делаем что-то плохое. Ja Jeesus sündis siia maailma väikese beebina. Иисус родился в этот мир маленьким ребенком. Ja siis ta hakkas kasvama suureks. И он стал расти. Nii et huvitav on mõelda, et kunagi oli Jeesus sama vana kui sina oled. И интересно подумать, что Иисус был когда-то, ему было здорово столько же лет, сколько тебе сейчас. Jeesus elas inimesena inimeste keskel. Иисус жил как человек среди людей. Aga ometigi ta oli teistsugune. Но все же он был совершенно другим. Näiteks ta ei kakelnud oma vendadega. Например, он не дрался со своими братьями и сестрами. Ta ei olnud isekas ega valelik ega sõnakuulmatu. Он не был непослушен или горд, или надменный. Ta oli alati teiste vastu lahke. Он всегда был добр ко всем. Ja võib öelda, et ta oli ainus veatu inimene, kes kunagi on elanud. И можно сказать, что он был единственный безгрешный человек, который когда-либо жил. Kui Jeesus sai suureks, siis ta hakkas ringi käima ja rääkima inimestele Jumala riigist. Когда Иисус вырос, он стал ходить и говорить людям о Божьем царстве. Ja ta näitas inimestele, milline Jumal on. И он показывал людям, каким является Бог. Ja ta tegi palju head inimestele. Он делал очень много добра людям. Ta toitis, tervendas, andis lootust. Он кормил, исцелял, давал надежду. Paljud inimesed uskusid temasse ja järgnesid talle. Многие люди верили в него и следовали за ним. Neile meeldisid tema imeteod. Ja see, mida Jeesus tegi. Им нравились чудеса и то, что делал Иисус. Aga olid mõned usujuhid, kes vihkasid teda, sellepärast, et ta nimetas ennast Jumala pojaks. Но были некоторые вожди, которые ненавидели его за то, что он назвал себя Божьим сыном. Ja ühel päeval Jeesus vangistati. И в один день Иисуса арестовали, заточили в темницу. Tema vaenlased korraldasid talle valeliku kohtuprotsessi. Его враги организовали один лживый предательский процесс. Ja ta mõisteti surma. И его приговорили к смерти. Ta oleks suutnud ennast vabastada, aga ta ei teinud seda. Он мог себя освободить, но он не сделал этого. Sest ta oli otsustanud täita oma isa Jumala plaani. Потому что он решил исполнить план своего отца, Господа. Inimeste päästmiseks. Для того, чтобы спасти людей. Ta teadis, et tema ülesandeks on tulla ja lepitada inimesed Jumalaga. Он знал, что его задание на земле – это прийти и примирить людей с Господом. Ja ta pidigi võtma nagu inimeste karistus enda peale. И он взял наказание людей на себя. Sõdurid, kes ta kinni võtsid, nad tegid kibuvitsest sellise krooni talle pähe ja panid punase rüüdale selga. Ja mõnitasid teda. Воины, которые схватили Иисуса, они сделали ему из терновый венец и возложили на голову и положили на него пурпуровую накидку. Nagu мõнитады süüdсид, et noh, juutide kuningас. Они издевались над ним и говорили, ну что, царь иудейский. Ja sõdurid viisid ta Jerusalemast välja ühele künkale, mille nimi on Golgata.
Эти воины привели Иисуса на одно возвышение, которое называлось Голгофа. И там они прибили его руки и ноги, гвоздями к Христу. Иисуса, который не сделал ничего плохого, убили и пригвоздили вместе с другими